Под стражу взяли участника вооруженного конфликта, который произошел 10 июля на Успенской, 13. Напомню, там возникла стычка между 67-летним местным жителем и сотрудником частного охранного агентства. Пенсионер приехал к себе домой, но не смог заехать во двор, так как дорогу перегородили из-за ремонтных работ. В ходе перепалки охранники повредили зеркало заднего вида на автомобиле мужчины, а один из них выстрелил из травматического пистолета. Одного из учасників конфлікту було запрошено до Приморського відділу поліції, та після проведення впізнання прийнято рішення про затримання його на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Задержаному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.